Всем привет, приветствую вас на канале Prepress Practic Lessons. И сейчас я хотел бы вам показать, как делать в InDesign плавающие или бегущие заголовки, или скользящие, по-разному называются. Что это означает? Это когда колонтитул автоматически вставляются заголовки, с заголовков каких-то или параграф стайлсов нашей книги. Сейчас покажу, как это делается. Откроем, допустим, вот книжку у меня есть. Вот книга. Зайдем в параграф styles. У нас есть глава. Вот введение. Это глава. У нас есть нумерация страниц. У меня есть два определения человека. Это тоже глава. Знакомьтесь. Глава и так далее. То есть сверстанная книжка согласно нашим требованиям. Итак, что мы делаем? Перво-наперво мы заходим. Я вам рекомендую сначала сделать стиль. Как стили делается, я думаю, вы знаете. Просто копирую, выбираю шрифт какой-нибудь Light Oblique Cursive. Отступ абзацный 0. Номер страницы, допустим, 12. Вот я считаю, что колонтитул как раз будет таким хорошим для меня. Теперь параграф styles, new параграф styles. Пишу left col, левая колонка, колонтитул. Окей, с альтом переношу вправо. Делаю то же самое для правого. Ctrl-Shift-R выравниваем по правому краю. Параграф styles. Можно, конечно, было сделать left call на кинуть сюда, а потом редактировать. Ну, мне удобнее так. New параграф styles. Right call. Right call. Окей. Дальше. Это мы создали, теперь можем удалить. Заходим в Type, Text Variables и говорим Define. У нас есть Running Header. Это и есть наш заголовок. Хотите, выберите, редактируйте, хотите, нажмите New и здесь же выберите Running Header Paragraph Styles. Вы можете выбрать Running Header, Character Styles и так далее. То есть, понимаете, да? Тип. Выбираем тип. Остальные, может быть, когда-нибудь покажу. Я думаю, покажу как-нибудь в других уроках. Running header. Параграф styles. Я буду делать скользящий заголовок по моему параграфу, стилю параграфа, глава. Use first on page. Назову left. Чтобы мне было потом понятно. Text before — это то, что мы можем поставить перед что-нибудь. Ellipse, bullet, characters. Ну, то поиграйте сами. Окей. Дальше. New. Говорю write. Style глава. Параграф styles. Говорю last on page. То есть first on page — это у нас левая страничка. Last on page — это у нас правая страничка. Я нажимаю OK. Говорю done. Готово. Заходим в наш Amaster. Смотрим, да? То есть у меня 6-7 страница. Это мастер шаблон А. Значит, заходим в мастер шаблон А. Выбираю текстовое поле, где у нас будет находиться колонтитул. Дальше type. Text variables. Insert variable left. Готово. Помните, мы создавали стили. Это у нас left. Переходим вправо. На правый колонтитул. Назовем его right. Но не забывайте type, text variable, insert variable right. Understand? Ставим здесь, можно
сделать таким образом, сэкономить время. Ну, понимаем, что оно должно быть одинаково. Итак, выходим из наших видение, это у нас B формат. Давайте скопируем туда же. Ctrl-C. На B Master мы смотрим введение, заголовок введения, колонки титул автоматически добавился введение. Идем дальше. Два определения человека. Два определения человека. Продолжается глава 1. И дальше я в колонке титула пишет два определения человека. Обратите внимание, что там можно брать скользящий заголовок и на character. Character styles использовать. Ну, у каждого своя задача. То есть в каком-то случае необходимо помучиться с этим. Если у вас какие-то возникнут проблемы, пишите в комментарии, будем разбираться вместе. Смотрим дальше. Вот, заканчивается глава 1. Знакомьтесь, индивидуалист. Творение. Это уже второй заголовок. Идет глава. Вторая глава. Знакомьтесь. И так далее. Вот обратите внимание. У нас такой случай. Пробелы. Вернее, не пробелы. Ну да, пробелы. Их много. То есть я, когда делал эту книгу, я неправильно ее делал. В плане красоты и фэншуя, скажем так, верстки. То есть это надо было сделать как заголовок 5 минус 5, как-то так. Ну так надо было, это было бы правильно. Понятно? Ну ага, если мы хотим посмотреть наши изменения, заходим в мастер и возвращаемся обратно. Вот у нас уже дальше пробелы пропали. Я думаю, всем будет понятно. Если что, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Спасибо, до свидания.